Короче, бро, всем кул, cool. С вами Олс Джоффилс, вот обязательно подпишись на этот канал, который вот сейчас ты видишь тут сбоку. Да, спасибо, ребята, что вы поставили 35 лайков, и, короче, чтобы следующее видео вышло через 3 дня, а не через целую неделю, поставьте 20-ку лайк, я знаю, вы можете, бро, вот вы 100% можете. Сегодня я попытаюсь пройти команду Ювентус, это решающий матч, у меня команда рейтинг 93, у Ювентуса 120, давайте мы сейчас попробуем выиграть этот матч. Если мы выиграем этот матч, то мы получаем Буффона рейтингом 96. Секундочку, да, 96. То есть 90 его настоящих и 6 усиления по позиции. Я его поставлю в основу, и он будет у нас самым лучшим итальянским игроком в моем составе. И давайте все-таки приступим к матчу. Я не буду его особо обрезать, я хочу просто вам показать, как надо играть. Это мастерство. Мастерство не пропьешь. И, кстати, это первый турнир, именно из тех, которых я прошел, прям с первой попытки все матчи. И все, погнали, вот мы начали, Суарес развел, вот такой финт надо делать на 360 сразу, а вот и второй, а вот и третий, и вот Суарес уже штрафной, 1-1, Суарес, удар, сука, угловой, ладно, пофиг, угловой тоже как бы сойдет, Буффон, сука, вытащил, ладно, навешиваем штрафную, и тут Маркунин, типа, вау, 1-0, прямо вот, прям, 4-я минута, 1-0. Даже не старался. Вот просто на изи. Просто хуйня. Изи. Изи. Так, давайте погнали дальше. Гуаин развел центр поля. Мне кажется, он сейчас пойдет в хороший прорыв, но передал пас Алексу Сандерсу. Алексу Санчесу. Сандерсу. Короче, не суть. Пофиг, Лихтенштейн. Лихтенштейн, давайте от него не мяч. Нет, не получилось. Все-таки сейчас Хидира. Хидира, вау, Квадрато. Он сейчас будет навешивать штрафную, сука. Опасный, опасный, нет! 1-1. Блять, конечно, надо было мне игроков поменять именно тем, что шел бы на него игрок, который автоматически идет, а основной игрок, которым я управляю, надо было оставить его в центре штрафной, но не получилось. К сожалению, Суарес. Вот такой дриблик он у нас показывает. Второй. Оп, Киелини. Киелини, последний защитник. Почти. Бенатия! Сука, Суарес, блядь. Желтая карточка Суареса, пофиг. Устраивает. Самое главное затащить. Я Туре, побежал. Просто рвись. И линия догоняет. Я Туре, удар. Ох, Буффон. Сука, Буффон, конечно, но окей, ладно. Давайте также забьем гол, как в первый раз. Ну, не получилось забить как в первый раз, но мы хотя бы пытались. Самое главное, чтобы сейчас они не пошли в контратаку, пока мы развели угловой. Потому что тут уже я вижу Дюбала, блядь, прорывается. Сука! Он прорвался в штрафной. Блядь, Буффон, тащи. Ты последний. Ладно, один гол отыграть сможем, самое главное больше не пропустить. Суарес со своим супер дриблингом. Хидиру обыграли, Бенатиа. Сука, вот почему сейчас мне не пройти последнего защитника, я вообще не знаю, что за дичь. Давай, Дюбала, Игуаин, который сейчас прорвется, небось, штрафную. Ох, не получилось у него прорваться, и тут началась наша контратака. Оп, Суарес, оп, а Коста самый быстрый и левый форвард, который есть в эфире. Давай, Коста, удар, твор. Сука, Буффон. Ну вот поэтому я хочу Буффона, потому что он тащит. Конечно, я не знаю, может быть у соперников он тащит, когда я его возьму себе в команду, он будет пропускать каждый гол. Сука! Опять затащил Буффон. Как так-то? Ладно, еще один угловой. Четвертый уже угловой за матч, надеюсь, сейчас мы забьем. Фу, гол. Знаешь, ты просто делаешь, типа, спасибо. 2-2. 35-я минута. Пиздец, матч накаленный, хочу победить. Пиздец, болею еще. Так, Нейнгалан, блядь, отнимайте мяч. Сука, Хигуаин один. Так, Марио Гаспар, тот игрок с рейтингом 96, которого я получил вот абсолютно бесплатно. То есть я снимал позапрошлый видосик. Ой, я забыл, что у него нет финта. Блядь, куда он дал пас? Ладно, пофиг, допустим. Так, я Туре, блядь, тоже проебал мяч. А. Опять я Туре. Финт, коронный финт. Я Туре прорывает по флангу. Оп, еще одного. Удар, створ. Угловой. Пятый угловой в матче. И надеюсь, сейчас мы забьем. Два уже угловых мы забили и... Гол! Нихуя себе, Регани. Третий гол подряд. Мне вроде так кажется, Регани вроде 3 забил. Это пиздато. 3-2. Остается сейчас просто, как бы, как мега-тактика называется, затянуть время до конца матча.
То есть, как делают многие профессиональные клубы, они, когда выигрывают сложную команду в один гол, они начинают тянуть время просто. Они катают мяч между собой и так далее. Давайте сейчас попытаемся то же самое сделать. Хотя, сука, контратака, Петит, та самая ебаная легенда, удар, створ. Буфон, как он меня бесит, серьезно. Он уже надоел тащить все мячи. Он только угловые не справляется, а так-то он, смотрите, какой... О, Маркуниус. Маркуниус против Дюбалы. О, 360 прошел. Так, Суарес с мячом. Блять, я забыл, что у Суареса нет этого финта, который... Радуга. Оп, Суарес, удар, створ. Ах, ладно, не прошел удар, створ. Зато мы выигрываем, и осталось буквально 30 минут до конца матча. Буквально 30, да, Марио Гаспар почему-то пошел на нападение, я не знаю, с чем это связано, но, сука, в центре защиты никого не осталось, выходи, вратарь! Ариоль, спасибо, что спас команду. Ну, мы могли тянуть время, конечно, но пофиг, не будем тянуть время, зачем? Нам надо забить еще, мы можем забить еще Ювентусу, я это чувствую. Давайте попытаемся выиграть 4-2. Если выиграем 4-2, то это будет вообще супер. Так, Пьянич, вау, Манджукич, вау. Ох, до Югоина не дошло дело, а вот я Туре... Подобрался к мячу и погнал, черненький, давай. Так, Суарес. Опс, Рабиот, удар, створ. Ну, бля, я думал долетел. Кстати, это удар, створ был, потому что... Блин, это был удар, створ. Я мог сейчас забить. Помню, пару раз забивал в центре поля, то есть разыгрывал угловой. Почему-то игроки их не выбивали мяч. И там вот с центра поля я таким вот подъемчиком фигачил. Вот примерно вот так вот. И забивал, короче, ворота. Опять Буфон справился с мячом, к сожалению. Для меня, к сожалению. Осталось 10 минут до конца матча. У нас будет Буфон на воротах. И рейтинг команды, наверное, повысится до 94, если не до 95. Сейчас узнаем. Так. О, это как бы было... Штрафной, товарищ судья, вы где? Хотя да, забыл. В этой фифе товарищ судья даже по полю не бегает. А штрафный как-то видит, сука, очень внимательный человек. Удар, створ, пофиг. Лонгшотики не помешают никогда. Давайте, 87-я минута матча. 88-я уже. 89-я. И угадайте, кто победил, да? Оп, Суарес, последние минуты матча. Прорывчик Суареса в штрафную. Почти в штрафную, но не получилось. И вот. Тот самый сейчас будет свисток. Сука, да, свисток, все. Фух. С первой попытки. Вот так, ребята, надо побеждать, поняли? То есть команда 120, а моя 93. То есть на 27 пунктов ихняя команда гораздо сильнее. И, кстати, уровень сложности тоже пиздатый стоит. Но зато Буфона получили мы, а не они. Вот экстремально вы выиграли, вау, прям пиздатым. Я рад. И сейчас мы получим того самого Буфона. То есть, вау, блядь, никогда я не получал Буфона. И вот сейчас мы его получим. Вначале мы получим награду за то, что прошли последний матч. Да-да, спасибо. И вот тот самый Буфон. Я вот прям рад. Нет, серьезно. Сука, вторая такая вот карточка забрать. Все, мы забираем нашего Буфона. Это вторая, сука, цветная карточка, помимо Акосты. Второй супер игрок. Все, нажимаем получить. Вот я при вас получаю Италия. И сам Джан-Луиджи Буфон, Италия! 90. Смотрите, какая красивая карточка. Это видео не наёб. Просто я вам это доказать решил. Пиздец, какой пиздатый игрок. Трофей Италия, кстати, это второй трофей, да, который мы получаем после Акосты с Центральной Европы, что ли. То ли, не помню, Южная Америка, либо Северная, но не суть. И давайте его поставим мы сейчас в ворота. То есть сейчас у нас рейтинг состава 93. Мы меняем Ариоля бесплатного также на Буфона бесплатно. Нихуя себе, смотрите, у него все позиции почти под 100. Рефлекс 100, прыжки 106, выбор позиции 106, игра руками 104. Это пиздец. Окей. Рейтинг команды, к сожалению, у нас не изменился. Обидно. Очень жестоко, серьезно обидно, что он до сих пор 93. Это, скорее всего, из-за моих, сука, центральных ебаных защитников, которые очень низким рейтингом, буду их качать. Обязательно поддержите видосик лайком, подпишись на канал. Давайте догоним число до 500. Вот за такой состав можно поставить лайк, в принципе, потому что, ну, больше серьезно, пиздатый бесплатный. Я ни разу еще не заначил ничего фифу. Обязательно поставь лайк, подпишись на канал. Как Буфона получить, я вам уже сказал. Это просто изи матч. Все, всем пока, бро.